might be a good idea how this will all turn out. But you'll have to wait and see. Conditions could hardly be more ideal. Мой пупсик, мой пупсик. А уйдите, мой пупсик. Первая кровь. У меня ничего в зубах не зажжет. Всем здоров, ребят. Давно на Тинкере не играл вообще, от слова совсем, к слову. Вот. То есть реально вообще не играл. Стики не прочитал. Единственное, что плохо, просто не прочитал типа стики и типа вот и все. Бля, я на Тинкере нахуй последний раз когда играл. Да, нахуй, мясов триллион. Мясов триллионники. Нормально, фармим крипту просто и все. Спокойненько. Засейвился типок. Well. No argument there. Это ты зря, братец, сейчас. А хотя похуй, ладно, живи-ка. Я думал, убью просто спокойно, типа. Прикольно, парни, здесь можно умереть, к слову. Надо сейчас аккуратно здесь как-то разыграться. Не так просто зафармить. Ух, нормально, нормально, ладно. Ставить на XP и просто отойти на базку. Да. My
Он крипов не добивает, я тоже, как бы мне похуй. Хотя он в более выгодном положении, к слову. Сейчас еще от ренжа можно будет зафармить. Ну и спокойно на базу ем, нормально. Пятая минута, пятый левел. Могло быть лучше, соглашусь. Но... Есть как есть. Последняя игра на Тинкере у меня. Где, блядь, Тинкер? Я даже не ментовик, нахуй. Вот он, ебать. 09-22 году, блядь, играл. Да. 09-22 год, нахуй. Пол ебучки отлетело у пацанчика. Понимаете, ни за что. Тут я поставился. Ну, сейчас еще один проказ дадим, у него будет вообще лоу хп, типа... Если я его не убью, конечно, блядь. К сожалению, нахуй. Ну или убью, бля, походу. Нет, не убью. Ничего страшного. У него батл есть? У него батла нет, лох ебаный. Лошотчик. Бля, крипов просто тяжело еще к тычке его привыкнуть. Тяжеловато. Он на базу пойдет. Я, значит, быстрее его шестой, получается, возьму, скорее всего. Скорее всего. Что за... Блять, катапульта ебаная. Увидели? Не било, не било. Ударило и за это... На, нахуй, фул ебать, ебучку. Да-да-да, дружище. Прыгнешь, проверяй, блять. Прыгнешь, Соник Вейв дашь. Ой, я проебали чуть-чуть. Момент есть. На базу просто слетаем спокойненько. Бля, я уже даже забыл то, что есть такая функция. Спокойно на базу слетать. Я, короче, вообще пиздец. А, нормально. Летим обратно просто. Надо варп просто ткнуть сейчас. Спокойненько здесь. Блять! Smart money. Да-да-да, тип. Ой, почти. Давай, окружаемая. Давай, 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 блядь. Упи, упи, у тебя маны нету, блин. Я медленный. Ой, вы видели этот хук? Он её убил. Хорошо сыграно, хорошо сыграно. Это вообще пизда. Я размял ей очко. Видели этот звук? Вообще это пиздец. Помощь, помощь, парни. Так, фармим блинк с вами. Спокойно. Фармим в скобочках. Добиваем всех крипов. Запомните. Главное добивать крипов. Профессиональные тинкеры стакают. Говорят, да? Бля, ну... Повоняй, долбоёб! Съел просто. Он просто её съел. Он решил нахуй ему вонять, если он может просто съесть. Правильно? Нормально. Сейчас ебать. Ой, блядь. Крипа, дай, долбоёб. Да-да-да. Так, сейчас надо на баску быстро. И блинк есть. Сейчас будем наебать блинку. Бля, это крак блинку на тинкера. Это вообще пиздец. Вы не представляете. У меня блинк, блинк, блинк.
Move, move! Take the move! Окей. Бля, у меня игра крашнулась, да блядь, я заебался, у меня опять игра крашнулась. Просто в каждом видео у меня игра крашится, это вообще пиздец. Что делать, так, что делать? Прогрузились с вами. Go Jagger, go Jagger. Go kill, go kill. Burst, burst, burst damage. Ауч. Бля, почему он забрал? Почему ты забрал? Да пиздец. Как он забрал? Я в шоке. Как он забрал? Блять, три ассиста. Я вообще саппорт или кто я? Гоу, гоу. Пиздец, как будто какой-то саппорт нахуй. Вы поняли? Я в шоке. Тупо саппорт, блять. Пиздец. Кинул там на Тайда. 3, 1. Нет, нет, нет. Я говорю нет. У меня снайпер мид забрал. Пиздец, охуевшая мразь. А чё я не покупаю ничего, ребят? Напишите, что за хуйня? Почему я ничего не покупаю, это пиздец? Бля, я не улечу отсюда, пизда. Что я сделал, блядь? Сейчас Орим подъедет, будет легче. Хотя нет, давай сюда его. Бля, это пиздец, фармлю, конечно, имба. Так, прокачу, все, фулл это есть. Заебись. Так, есть эта хернюшечка у нас. Так, куда бы прилететь, куда бы полететь? На мид полечу, пофармлюсь просто. У меня, типа, команда хорошая, я здесь просто саппорчу. Команде немного саппортинга подвез, так сказать. Урона 0, я знаю. Герой дерьма ебаного, ненавижу этого героя. Я ненавижу этого героя, это конченый дармоед, нахуй. Это герой для даунов, нахуй. Он мне просто... Это единственный герой в ЛП, в синглдрафте, кто мне выпал. Чтобы вы понимали. И все. Единственный герой, самый нормальный, который был. Я того и взял. Поэтому так. Это пизда. Так, дальше. Да, шиву делаем. У нее нихуя нет вообще слова совсем. Блять, где фарм? Просто в лес? Давайте просто в лес туда фармить. Блять. Выбора нет. Какой выбор, нахуй? Бля, короче, FPS чуть понизил для видео. Сейчас записывал первую половину с качеством 60 FPS. Сейчас, короче, чуть понизил до 48, чтобы была меньше нагрузка на ПК. У меня просто процессор слабенький, из-за этого игра, скорее всего, улетает. Я, ну, догадываюсь. Поэтому, ребят, смотрите, что есть. Я попробую, конечно, когда буду рендерить видео, попробую, конечно, гораздо больше там... потоковый битрейт 10 миллионов на рендеринг поставить, чтобы он или нет, 14 поставлю, 14 миллионов. Если вас, для вас эта информация вообще, ну, буква Ю, вам ничего она не говорит, просто поставьте лайк, и я проебал сейчас эту. Так, ну зато. Вот, поэтому поставлю 14 миллионов, чтобы было качество получше, хотя бы на рендеринге, а не на видео. Вот, поэтому так вот. Чё, просто решил сдохнуть на снайпере? Или он разменялся? Разменялся, красавчик. Сучки хотят меня. Сучки его хотят, ребят. Кто сучки в чате? Не, у меня все адекватные люди. Какие нахуй сучки? О, подожди, блинк пофиксили? Или мне кажется? Да, блинк пофиксили. Вы помните, что блинк типа на Тинкера сбивали, типа, ну... Если вы понимаете, о чем я, типа, мы сбивали, там все понятно. Быстрее.
Просто фармим. Бля, сейчас нужно будет стакнуть вот здесь вот. Здесь нужно сейчас будет стакнуть. На 55-й тычку даем. Спокойненько отходим, спокойненько реармимся. И фармим. До 12-го левела как минимум. Ладно, чтоб нас не убили нахуй. Остальное поебать. Тихо. Что? Я понял, в чем причина. В чем твоя проблема, блять? В чем твоя проблема? Проблема. Нахуй, долбоеб ебаный. Выявил. Легчайше. Крипов убиваем. Так, там какой алхимика? 9 левел, нормально. Надо дефать вверх. А, Джарагу Джу. Угу. Пидарас ебаный, ТП дает. Нахуй ты ТП, сука, даешь? Это пиздец. Тип ебать. Просто гениалыч. Это просто гениалыч. У меня так жопа горит, это пиздец. Ладно, нужен 12-й, просто спокойненько, похуй. Лес продолжаем. Продолжаем лес. Как бы зачем пытаться с командой ходить бегать, если можно... Они мне делают спейс, я вообще чилаут просто, у меня полнейший. АФК фармлю. Зачем из какой-то... Какой-то обычной игры пытаться что-то сделать тут спокойно, такое охуенное, это 100% вин, типа. Просто пофарми немного на тинкере и все. Зачем ты что-то пытаешься? Че я там буду, блядь, пытаться делать? Нахуй оно не надо, ребят. У меня ну 100 миллионов дней лет, блядь, не сдалось. Где-то что-то пытаться делать, я вам серьезно говорю. Зачем оно мне? Просто 12 левел надо. Бля, слышите? Понял. Out of mana! У Джаггера нихуя, у этого нихуя. Бля, у Джаггера так реально мало, что ли, пиздец? У меня сейчас... У меня уже половина шивы, типа, чтобы вы понимали. Слово, конечно. Так, тут снайпер фармится. Даю ТП сюда. Просто фармим. Бля, что-то урона мало стало. Ну сейчас 12-й получим, будет гораздо быстрее это все происходить. Поэтому нормально. Это, по-моему, самая лучшая шмотка из первого тира. Да, я ее не буду убирать. Я ее не буду менять, я ее не буду убирать. Так, 12 книгу бы, а книги нет, там только есть место, точнее, книгу же убрали. Вот тут место, сейчас посмотрим, есть ли там тема. Сейчас просто АФК фарм, особо ничего не происходит, конечно. Отлично, отлично, заебись. Все, погнали, сейчас прилетим наверх, раскидаем стелька. Я заебался, на самом деле, просто фармить уже, повезло. Есть, минусанули одного. Дали по одному. Да сука, дайте убить кого-то, пиздец. Ну не дают, я ассист, блять, я ассист, я не могу. Блять. У меня много урона от ракеток, но я не могу убить, блядь, никого. Пиздец, мне не дают убивать. Я что, виноват, нахуй, что мне не получается никого убить, блядь. Да пиздец. Here. Долбоёб, блядь. Что я сделал? Хуйню какую-то сделал. Сделал хуйню сейчас полнейшую. Ту-р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 у
Надо сейчас пойти наверх было, надо пойти. Сейчас я так и сделаю. Какие-то вот сюда вот кустики чисто. Надо, наверное, съебаться лучше. Лучше отсебись, наверное, отсюда. Блять, это пиздец. Никого не вижу вообще, никого особо совсем. Бля, ебать там. Я ТП даю. ТП, ТП, ТП. Ой, блядь. Не успел, не успел нихуя. Да, блядь, даже так влетел, блядь. Ракет, но я не успел лазер дать. Зря я прилетел вообще в файт. Блядь, зачем мы сюда все стянулись, это пиздец. Это же изначально хуевая идея была. Зачем? Зачем мы тут все сдохли? Это тупая просто... Голова на подпивасе, сука, заколила какую-то хуйню на пудже. Блять, он уже умирал, я лечу зачем-то, не понимаю зачем, блять. Я не могу, надо пизда. Сейчас будем обстреливать, типа. Застилил, но нет. Нет. Я сделал жесткую имбу. Селедка там снизу, там снизу. Ну это пизда. Найс, все зафармили нахуй. Нет, это пусть на базе будет, на базе. Сейчас надо бичку козырную дать. Ой, не дал бичку. Да вот так зафармим сейчас просто вот так. Да дай, сука, ударить, припад. Найс, надо просто на базу сейчас улететь. Шива есть. Можно, как говорится, и поесть. А была в этом, в героя пробовать потестить немного тинкера, чтобы было, ну, разомнуть пальчики, так сказать, чтобы было проще нажимать кнопочки. Вот. А то я как этот. Ой, отменил, прикиньте. Извините, девочки, отменил немного. Да, надо пойти в файт, но, бля, маны и так нет, нихуя. Хе-хе-хе-хе. Долбоёб. Сука, хотел добить этой аурой, поняли? Не получилось. Не получилось. Не получилось, блядь. Найс, смели долбоебика. Куплю. Нормально.
ебанами там разъебывают нахуй без меня. А ему нахуй не нужен. Ебать. До свидания. Баш! Ебать лох. Ебать! Вы видели дурачка, ебать? О боже! Просто о боже! Ой, блядь. Чуть улетели. Можно на ТП-шечке уйти. Метеор Хаммер не кастует, долбоёб. Видели замок? Тупорылый, просто отброс. Вы видели эту хуйню? Тип на Метеор Хаммер кастует. Он короче, соображает, что ему сделать при такой ситуации. Раваги нет, Аганим Жарда нет. Есть, блядь, был. Он, короче, вообще тупой, что он даже ни то, ни другое не нажал. Это вообще пиздец. Угу. Что, шули нахуй? Ну это пиздец. Это вообще пизда. Я такие ошибки допускаю, они меня просто щадят, я не понимаю, это пиздец. Ай, сука. Ой. Не повезло. Волшебство. Это пиздец. А я еще и лучше играю, блять, много некоторых. Типа, смотрите, видите эту хуйню? Лучше меня только играет, ну, пытается, старается играет этот тип на этом, на Даунбрейкер, сейчас скажу. И все в целом. Блять, не убью здесь типа этого ебаного, ну пошел нахуй. Не убью, к сожалению. Надо вот этого долбоеба убить. Клоунского нахуй. Где он? Вот где он фармит нахуй? Бля, как же я уебищно играю, это пиздец. Вы видите эту хуйню? Они меня просто реально щадят. Они такие клоуны, это пиздец. Я очень хуёво играю. На синк, ну я давно не... Я в 22-м году последний раз. 22 сентября прошлого года я играл. На тинкере, это пиздец. У меня Шива есть, алло, клоун. Можем как-то его за Шиву ёбнуть? Такой вот ролик получился, ребята. Все, понравился видос. Мне лично не нравится то, что у меня вылетает игра. Поставил на 48 FPS. Надеюсь, нормально на записи будет. Да, надеюсь, что нормально будет получилось. Короче, такая вот проблема у меня, ребят. Нужен процессор. Нужен процессор. Да. Шо, да, хуй на, шо, да. Нормально. Но они без меня бы не выиграли. Я вам серьезно говорю. Без меня бы не выиграли.
Ставшуюся, ребят.